Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с ноутбуком, планшетом Qwi. Когда я демонстрировал возможности, то я сказал, что возможно подключить внешнюю зарядку, а именно зарядное устройство на 45 Вт, ввиду того, что один разъем поддерживает быструю зарядку Power Delivery 2.0. Но в данном случае вариант я выбрал внешней зарядки. Это компания Ugreen. Вот она продемонстрирована. Это у них новая серия. Позволяет заряжать до 45 Вт. Здесь можно подключать два устройства, но максимальный 45 Вт выдает только через одно. Ну а суммарно, если вы подключите два устройства, будет в одном 25, в другом 20 Вт выдавать. Пришло это все из Китая. Доставлялось это Казань Экспресс. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Lady Shops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lady Shops. Ну и давайте посмотрим, что из себя представляет упаковка. То есть упакована вот в таком виде. Здесь расписаны характеристики по потреблению, ну и соответственно по выводу данного зарядного устройства. То, что 45, быстрая зарядка, GaN технология, широкое применение. Ну, тут Power Delivery 3.0 и Quick Charge тоже 3.0 поддерживает. Ну, здесь различные сертификации, ну и это мы уже видели. Новая их упаковка с пломбами стандартными уже идут, отказавшись от обычной упаковки в виде полиэтилена. Так, внутри находится зарядное устройство. А, еще есть эта документация. Инструкция. А, да. И инструкция. О, есть русский язык. И на русском языке. И множество других языков. Для того, чтобы посмотреть. Ну и вот спецификация о потреблении. Давайте это спрячем, чтобы оно не мешалось. Танки поставим пока сюда куда-нибудь. Вот такая вот у нас зарядка. Здесь вот показано, что может заряжать как ноутбуки и смартфоны. Кстати, здесь вот европейская вилка. Продемонстрированы характеристики, продублированы здесь на нем. Компания написана в таком варианте. Кстати, другие вилки, вот есть английская и американская вилка. Кстати, она поменьше. Ну, практически одинаковая, но все равно меньше по расположению. А вот если бы взять английскую, либо американскую, китайскую, то там еще они складываются, и в результате у вас остается только вот эта вот часть. И европейскую вилку складывать пока не умеют и не придумали. Зато английскую можно сложить и получить вот такой только брусочек. И он тогда будет совсем маленький по сравнению с новой зарядкой. И применять. Давайте сейчас я тут сделаю некоторую установку. Да, кстати, тоже он кабель на 60 Вт компании Ugreen с одним угловым коннектором на 90 градусов L-образным или G-образным, кому как нравится. Да, и здесь я еще дополнительно ферритовый фильтр поставил, чтобы уменьшить влияние токов блуждающих на этот кабель. Кстати, также я сделал и с исходным зарядным устройством тоже поставил такой ферритовый фильтр магнит. Они отдельно продаются и в виде клипсы защелкиваются. Как можете посмотреть, везде на всех вот таких адаптерах стоят эти фильтры уже по умолчанию. Ну а здесь китайцы у нас экономят. Видим, у нас идет зарядка. В данном случае значок показывает. Давайте еще раз проделаем это действие. Берем, нету значка. Так,
Яркий значок появился. Осуществляет у нас зарядка быстрая при помощи Угрин Nexot Gun зарядка на 45 Вт. Как и рекомендует производитель данного ноутбука, планшета Chew MiniBook X. И давайте еще раз проверим зарядку. Осуществляет ли быстрая зарядка у данного устройства. Как видим, выдает 18 Вт, 17, 19, ну, в среднем 18 Вт. И Power Delivery есть, и осуществляется зарядка данного устройства. Я вам продемонстрировал зарядку Угрин на 45 Вт с Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0 может поддерживать, которая позволяет подключать два устройства, но максимальное количество 45 Вт выдает только через один разъем. Два разъема делятся там 20-25 в зависимости от того, какое вы устройство подключили. В данном случае применяю я для ноутбука планшета Chewy MiniBook X. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию о зарядном устройстве Угрин на 45 Вт с ган-зарядкой. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.